спасибо, это очень приятно. Потому что обычно не замечает. Нет, очень. Знаешь, Татьяна Ивановна, когда только вас расставили, позвонила. Что происходит? Это что-то такое неприятное. Трогательное. Еще сколько? И сколько вдруг такая. Ну, так украсила все сознание. Это дух, эту атмосферу. Как вот это сочетание. Нас Рустек там вот заснул казачку на стороне. Ему снимать кого-то там, это гостиницу не надо. Правильно? Засылать мне к родственникам. Дим, будешь помнить, предлагаю. И сейчас предлагаю. А? Нет, ну Москве понятно. В принципе, надо думать о... А в Костроме тоже там училище, все это интересно, понимаете, все это дает помещение хорошее, центр. Центр, посещаемые, вечера там проводятся, как раз хотелось бы. Музыка. Музыка,
если вся Нижегородская администрация приехала на вашу выставку. Да. Нижегородская администрация, городец, один город, вся Нижегородская администрация была на выставке. Всех привели, всех ткнули, показали, рассказали. Там был полный восторг. Где такое? Здесь вы? В Лужкову, что ли? Вряд ли. Правда? В Барнаул поедем. Давайте. Ой, не пессимистка такая. Это запуск. Конечно, запуск. Нет, надо действительно просто вот себя настроить и с этим задором не терять их. Просто не терять. В Москве просто люди более искушенные, а там не искушенные. Да нет, они просто теплее относятся. Они теплее принимают. Для них это интересно. Не другая жизнь. Тем более светлая и теплая работа, когда показываешь хорошую светлую и теплую работу. Интеграция, правда, изумительная, изумительная, обыкновенная красота. Там каждый второй будет рисовать. Действительно, Леонид, настолько заслуженный народных художников. Что это великолепные речки по дереву, великолепные речки. Глухой, глухая резьба. Скажите, вы снимаете работу галереи, которая стоит перед вами. Вот. Эта работа была написана в 1998 году на Алтае. Ну, история такая, что мы вот каждое лето выезжали в училище на летнюю практику и все с ребятами вместе работали. И привозили много таких вот подобных. Скажите, здесь одна ваша работа или еще? Нет, здесь много моих работ. Они дальше, да? Дальше. В основном все они тоже с леса, с тайги. С тайги. Есть также с Петербурга работаем. Дальше. Да? Скажите, пожалуйста. Здесь перед вами работа Виталия Графова. Сейчас его, к сожалению, он отсутствует. Здесь представлено несколько его работ. Он окончил Пензенское художественное училище с отличием. Эта работа называется «Отголоски прошлого». Очень хорошо чувствует пейзаж. Это хуй знает, там так раз вжик сюда, вниз. Скажи про свою работу. Карен, говори. Сейчас будет. Это мои работы. Саркисов Карен Борисович. Студент Академии. Живописание, изучаю скульптурный факультет. Люблю портреты, композиции. Скажите, пожалуйста, а какие вы работы хотите взять в дальнейшем? У меня очень в творчестве волнуют многие темы. В основном общечеловеческие темы композиции и, естественно, портреты. А скульпторов у вас любимые есть? Ну, конечно, есть. Какой же? Их много. Много? Микеланджело, Донателло, конечно. Микеланджело? Самый титан, можно сказать. Скульптуры. Смотри. Я уже говорил. А, ты же говорил? Можешь за кадром говорить? Эту работу как написал? Работу эту называю? Работу я написал. Работа называется «Таежные дебри». Так ее назвали. Без меня. Так ее назвали. Эту работу написала Евка. Эту работу написала... Дронова Анна. Дронова Анна. Ты расскажи. Это... Донская долина. Горном Алтае. И белеет Белуха, известная вершина Горного Алтая.
и отсвечивает, да, отсвечивает закат, который за спиной, с другой стороны тоже. Скажите, после окончания вуза не собираетесь все равно себе на родину или продолжить свой творческий путь? Я бы сказала обобщенно, я буду в России. Морт Игоря Комова. И он представил здесь два натюрморта. Как он называется, натюрморт? Или просто натюрморт? Натюрморт с розами называется. А, нет. Это тоже Горный Алтай. Ты сейчас еще скульптуру снимаешь? Или нет? Пейзаж вот вверх. Пейзаж рассказывайте. Это Андрюха. Ну что про него рассказать? Парень ничего так. Тайгу вот написал. Пейзаж. Ленивый, правда. Тайгу Алтайского края. Это утро в тайге. Туман. Это ты уже снимаешь? Да. Это Арыков Николай Петрович. Портрет друга Максима, который здесь тоже выставил свои работы. Как повернуть? Учащийся института имени Сурикова. Наш друг. Все. Этот кто все-таки? Андрюха Дуреев. Просто там про свою работу посмотрели. Значит, портрет мужчины в европейском костюме. Все замечательно, спасибо. Работа написана в лучшие годы учебы в академии. Не то, что сейчас упадок. Мастерская, портрет на мастерской Аллы Семеновны Хасьяновой. Немножко больше почтения не положено. Пейзаж друг. Хорошо все. Песканская долина, Горном Алтае. Давайте. Еще один замечательный натюрморт Игоря Комова. Учащийся третьего курса Академии живописи войны и зодчества. Это вот этой работы. Это Виталий Граф. Сверху. Это он Семен Кожин. Я даже знаю, как называется эта работа. Полдень, блиц, алушты. Размер 35 на 25. Покрупнее. То есть автор все дал. Сразу два вот этот и тот. Автор Рустем Хузин. Это Хузин и Рустам у нас работают. Сам он очень стесняется. С левой стороны работает, значит, «Осень в парке». Это знаменитый парк в Пензе, парк, ну, тропа здоровья. В Пензе я учился 5 лет, закончил Пензенское художественное училище. Вот. И приехав туда через много лет уже будучи студентом академии, написал эту аллею. Вот теперь она здесь, на этой выставке. Дальше. Трямкин Андрей. Как называется-то? Нет, перед вами вот Андрей Трямкин, покажи его, Семен. Я показал, он да. Он здесь представил целую серию пейзажей, сейчас в пейзажной мастерской академии. Ну, сейчас он расскажет о своих пейзажах. Ну, рассказывай. Замечательно чувствует состояние природы. Зима. А где это ты написал, Андрюша? Андрюша, расскажи, где ты написал. Чего? В далекой мордовской деревне, говорит Андрей. Это Дуреев Андрей. Рустем, рассказывай про свой натюрморт. 10 минут. Перед вами натюрморт, который я написал этим летом. 2000 года. Да, 2000 года. Ну, что говорить, я не знаю, что сказать можно здесь по этому поводу. Что говорить, смотрите. Мне очень нравится писать яблоки, очень нравится писать натюрморты. Я думаю, что в будущем в этом буду развиваться и дальше, в этом направлении. Успех вам, Андрей Дуреев. В общем, здесь он представил свои лучшие творческие работы, пейзажи. Но это питерский воскресный вечер. Так, ну. Работа Виталия Графова. Вот это вот старая усадьба. Одна из лучших его работ. Ты сверху. Стой. И у меня верха нету в камере. У тебя нет камеры. Понятно. Я наезжаю на работу. Сверху еще одна работа.
Виталий Графов здесь представил пейзажи. Свои творческие, то, что его больше всего интересует в природе, он это и показывает. Достаточно, я думаю. Так. Здесь перед вами портрет старого учителя, выполненный Рустемом Кузиным. Это преподаватель Пензенского художественного училища Борисов Борис Дмитриевич. Самый лучший преподаватель живописи в нашем училище. Натюрморт со шлемом, так называемый. Кузин Рустем. Mm. Просто из-за кадра должен голос. Что ты изобразил? О, привет! Аня, поздравляю! Да. Здесь пейзаж Фаистова Максима. Название. Он тоже входит в наше объединение. Зимний лес называется. А нет, там дрон. В храме автор дронного Анна. Она вернет? Кузин Рустам, сестра. Рустам, давай я сильный набросок сестры. Попросим. Так, это у нас автор. Это Дуреев Андрей. Вечер. В селе Хабаровск. 1999 год исполнения. Нет, 2000 год. 1999. Ну давайте, давайте не будем спорить. Давайте. Давай. Перед вами работа Фаистова Максима под названием «Погребы». Погреба. Художника волнуют деревенские сюжеты с их трогательностью и простотой. Давай. Это Карай. Замечательный скульптор. Это его одна из самых впечатляющих работ. Очень интересная, своеобразная, творческая. В ней чувствуется порыв ветра, в котором находится девушка. Давай. Перед вами одна из лучших работ, представленных на этой выставке. Работа Дуреева Андрея. Он здесь представил очень много работ. Эта работа называется «Тихий омут», выполненная в сдержанной монохромной гамме. Вот. Передано очень хорошо состояние природы. Да. Самый верхний. Андрюш, скажи про свою работу. Одна из лучших работ Андрея Трямкина. Плотина. Я когда увидел, я ощутил, как эта вода, играющая на солнце. Ее силу, мощь, ее силу переливает зиму. Вообще очень хорошо. Это усть Кокса в Бурмалтае, деревня, на реке Катунь. Пруду девушки на пруду и суздальский пейзаж. На нашем пруду покрасно стрижно. И сам... Да, этюд в Суздале вечером. Снимаешь у себя? Угу. Вот одно из последних моих произведений называется «Квазимода и Смиральда». Сначала он назывался «Самсон и Далила», но потом я решил изменить название. Вот. Ну, это тоже творческая композиция, как и у всех, кто здесь выставился. Это Максим Малашенко, он сейчас студент 4-го курса факультета скульптуры Института имени Сурикова. Его работа «Бак». Он все поцелуем. Зачем ты это сказал? Я снимал уже. Я могу еще раз. Это один из натюрмортов Кузина Рустема, который он выполнил уже довольно-таки давно. Здесь год недавно, но я-то знаю, что это выполнено лет 5-6 назад. То есть еще будучи учеником Пензенского художественного училища, Рустем уже достиг больших успехов в технике акварели. Так, это у нас Аня Дронова, девушка с солонкой. Видимо, это творческий подход к учебной постановке портрета. Еще раз, да? Это девушка, конечно, напрягает. Это будущая гениальная дипломная работа. Композитор наш. Которая будет защищена. Она отлично спохвала, дополнительный похвал. Правильно? Андрей, согласен? Вы узнали Рудова? Эта работа называется «Наполеон в горящей Москве». Я похож. Шрам только не сделал. Андрей, иди скажи про старого. Мне всегда очень нравится, что все пишут одного и того же человека по три раза. Сначала думаешь, наверное, талант зависит. Как называется работа? Не тот. Ноябрь. Так, это как работа называется? Работа дроновой девочки. Девочки. Это мое произведение, портрет Александра Рудова.
Напоминаю, что это говорит автор Карен. Да-да-да-да-да. Солнце. Очень интересное название. Это автор Кожин Семен. Очень интересная работа. Цветовая гамма. Андрей Дуринов, Казанский собор. Ты сними просто на... Дьявол Ярослава называется «Небо». Работа Дьявол Ярослава «Яхты Бёль Иль». Она написана летом 2000 года, когда он был в заграничном путешествии по Европе. Это работа Дьявол Ярослава называется «Небо». Очень талантливый живописец, прекрасно чувствует свет, состояние природы. В дальнейшем, в его будущем, большой творческий путь. Надеемся, что из таких маленьких интересных работ у него будут и большие, законченные, интересные композиции. Эта работа Зябова Ярослава называется она «Нотр-Дам». Работа Зябова Ярослава из цикла «Поездки, поездки по Европе», «Испания», «Испания», «Сиеста». Зябова Ярослава притихла. Эта работа Зябова Ярослава называется «Бёль-Иль». Опять же, из его заграничной поездки по Европе. У нас по расписанию будут ребята. Зябов Ярослав. Пейзаж называется «Старая лодка». Пожалуйста, здоровье, растите. Здоровище, Трямкин. Счастливанечка. Студент, уже почти выпускник Академии. Студент пейзажной мастерской выполнил панораму, замечательную панораму с прекрасным настроением. Расскажи, Андрей, что-нибудь про эту работу. Зима. Зима. Так, ребят, я не знаю, закрывать, не закрывать. Трямкин на Украине. Ну ладно, я думаю, что нормально будет. В общем, не знаю, сар. Хотите закройте, не хотите. Давайте, не закрывать. Мы закроем, мы положим. Закрывайте элементарно. То же самое сюда отодвигайте и эту самую Нажимаю. Зябов Ярослав. Работа называется «Домик в горах». Так, Зябов Ярослав. Называется «Этюд небо». Дальше. Лошадь. Кон. Маленькая лошадка. Так, секундочку. Чуть больше наклона. Ага. Зяблов Ярослав. Работа называется «Маленькая лошадка». Автор Зяблов Ярослав. Название «Пьер Лашез». Тоже из цикла его «Поездки по Европе». Автор Дронова Анна. «Бутон сирени» называется работа. Автор Дронова Анна. Название работы «Усть Кокса». «Против солнца». «Против солнца». Автор Хузин Рустем. Работа называется «Серый день». Хузин Рустем. «Умасточка». Из пензенской серии. По-моему, это третий или второй даже. Комов Игорь Николаевич. Называется «Заряди». Кожин «Перед грозой». Называется 35 на 25. Деревня. 25 на 30. Холст Мастер. Дронова. «Тихий плёс». 35 на 25. Вот, теперь говорим. Анна Дронова. «У зеркала». 50 на 45. Холст Мастер. Автор Кожин Семён. Работа называется «Портрет мамы», написанный летом 2000 года.